были. Такой щуканчик на дропшот.
такой. Вот такой акушарик. Короче, дропшот с уклейкой. Вот здесь у меня стоит пикер. Приехал, думал, карасей сейчас наловлю. Здоровых лещей, линей. И нифига. Они уклейки клюют. Маленький крючок, блин. Надо перевязываться. Весь такой из себя, ловлю на пикер. Ну, маленько кое-чего поймал, правда, все мимо кассы. Ну, как-то так. Вот такие вот карасишки. Ну, нормально, тем более на пикер давно не ловил. Тут-то навыка уже нету, кучу поклевок проворонил, ну ничего. Вон кто-то пытается вроде как клевать, ну уклейка задолбала. А ловить уклейку на пикер — это что-то какое-то извращение уже. Ладно, буду закругляться на этом. Всем пока.